Приветствую всех! Сегодня мы отправляемся в буддийский храм Мёнбонса, который находится в провинции Кёнсанбук. Вы можете подумать, мы уже были в буддийских храмах, и они ничем не отличаются. Даже я порой так думаю, но этот храм отличает. Храм Мёнбонса знаменит тем, что здесь находится захоронение плаценты короля Мунджона. На территории обитают две собаки. Одна вот эта дружелюбная милашка, а вторая страшная, грязная и злая, поэтому я ее не снимала. Как и многие буддийские храмы, этот храм находится в живописном месте, где приятно просто погулять и насладиться природой. А тут можно присесть и отдохнуть. Этот храм привлекает своей росписью. Здесь не только величественные драконы, но и большие яркие цветы. Благодаря им место кажется простым и уютным, и здесь хочется провести время. Этот монумент был построен в 1735 году в память о захоронении плаценты короля Мунджона. К сожалению, нижний камень был разрушен до такой степени, что восстановить основание не представлялось возможным, поэтому основание монумента вырезали заново. Это камни, оставшиеся от разрушенного основания монумента. А это дом местных собачек. Мне также очень понравилось это место, такое атмосферное. Здесь можно устроить фотосессию в традиционном стиле. Если вам понравилось видео, ставьте лайк и подписывайтесь, чтобы не пропустить наши следующие прогулки. Всем спасибо за просмотр!